Здравствуйте, меня зовут Бугреев Виктор Викторович, я кандидат экономических наук и являюсь IT-специалистом ПАО «Сбербанк». Вчера я получил повестку, согласно которой я должен явиться для сверки документов воинского учета сегодня, 22 сентября 2022 года. После того, как я пришел, мне выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в 15.00 в заправку войска. Пожалуйста. Я никогда не служил воинских, не проходил срочную службу, не имею военных специальностей, не имею военной кафедры. Показания здоровья с момента получения воинского билета у меня изменились. Однако, как мне сказали, то, что моя группа В сейчас подлежит воинскому призыву в военное время. Что планируете делать? Что планируете делать? Поеду, что делать. 15.00, ну и уголовное дело. Так, завтра 15.00. Сегодня 15.00. Сегодня я пришел, сегодня меня отправляют. Уже туда выезжаете. Знаете куда? Как говорили, в Ново... Что там? Московская область, Ново... Новорофаминск. Там у вас собирают, да? А дальше вам не сказали, куда именно поедете? Сказали, то, что это будет терроборона, но я не знаю. У вас есть дети, семья? Нет, детей нет. У меня жена, ипотека, мне 32 года. Как обычный гражданин, пришел просто с повесткой сверки документов воинского учета и в один день не сдал.